Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои награды. Почти два дня, даже почти сегодня третий день, как я не был в игре. Так что, ребят, давайте посмотрим, куда меня сейчас оприходовали. Так, это у нас мутагеноид выпадает. И самое интересное, мне надо посмотреть вот здесь вот. Турнирная арена, Лига Самураев, 2 звезды, ранг 69. Ранг 69. Все, ой, самураи, 2 звезды. Хорошо, мы с тобой скатились. Ладно. Скатились, давай подниматься. Как будто сегодня мини-буст у нас. Как будто мы в первый раз заходим в игру с тобой. Поехали, в разнос. Сейчас, короче, будем всех здесь бросать. Так, Мондагека бросает флакон. А что тут, почему он не смог разнести всех? Да ладно. Они же 39 уровень всего лишь. А мы 56. И вот так вот. Если мы так дальше будем с тобой ковыряться здесь, то это, знаешь, как палочка-ковырялочкой, то далеко мы не уедем. И пролетели всего лишь 20 ступенек. Ну здесь уже да, вот здесь 42 уровень. Но опять же, ребят, пока своими силами. Пока. Как только перепрыгивают они полтинничек, уже будем брать кого-нибудь постарше. В помощь нам. Ну-ка. Давай, майки. Хорош. Давай свои пузырики. Этот сразу. Роквелл сразу. Я ни при чем, я пошел домой. Отдуплился. Нормально, так ему надо всем. Нечего их жалеть, друзья мои, нечего. Скинули меня, блин, а? Ты посмотри. Это в Лигу Самураев. Я сейчас из этой Лиги Самураев должен выбираться на поверхность. До Лиги Сёгунов 3 звезды, но это как минимум. У нас что за день недели сегодня? По-моему, четверг, если не ошибаюсь. Четверг, ребят. Пятница, суббота, воскресенье. А у меня, опять же, сегодня вот короткий выходной был. Почти заканчивается, потому что уже 8 вечера. Завтра на работу вечером пойду. Ну и по итогу что получится? Опять минус 2 дня. А знаешь, почему так происходит? Потому что я сейчас больше времени провожу на втором канале. Да. Очень, ребята, много всяких новинок выходит. Да, у меня еще и старые игры есть. Есть игры, которые я играю за кадром. И элементарно просто не успеваю все это здесь сделать. Вот, да и как понимаешь, весна, лето, много делов, бегаешь, что-то суетишься. Пьешь травяной чай, ну и все дела. Травяной чай, думал, блин, каркаде, там, тыры-пыры, больше вкус мелисы, чем каркаде, если честно. Но зато он успокаивает, я теперь как этот. Ну только стоит в ХКР-ку залезть, чай мелиса сразу... Сразу тебя... покинет. И ты начнешь опять тут психовать и нервничать. Блин, мне нужны массовые атаки. Так, Эйприл бы надо, конечно, вырубить, если честно. Ну-ка попробуем ее с этой базуки. Бумс. И даже не подбил. Так, Крис тут выделывается. Воу, воу, Ваня, не успокойся. Ты че, совсем что ли припух? Так, давай-ка, Кирби, хоть какой-то от тебя будет толк сегодня. Блин, они 41-го ранга. 44-го. С какого перепуга я их тут должен колбасить? Как будто, я не знаю, как будто они 60-го уровня. Ну как такая несправедливость, а, ребят? Тем более я выше его по рангу. 56-й. Я не знаю. А бомблю, как будто, я тебе говорю, как будто они 60-го. Мы с тобой перешли в Лигу Самураев 3 звезды. Шикарно. Всю жизнь об этом мечтал. Ладно, берем Армагона. Не буду, ребята, я здесь больше терпеть их, не на смешке. Беру тяжелую артиллерию. Сейчас я им как-то надаю. Поехали. Тут даже я не сомневался, не на йоту. Конечно же, Армагон, такая мощь. Просто сдует их всех. И сдул.
72 место. Так, дальше у нас пойдет Рафаэль. Раз, два, три, четыре. Рафаэль, я думаю, тоже сейчас своими черепками тут разнесет их всех. Ну, должен, по крайней мере, разнести. Ну, я тебе о чем говорил. Красавчик. Еще в этой доисторической шмотке какой-то ходит он. Так, должно быть 50-е, по идее, место. 55-е. 15-19. Берем Донателло. Раз, два, три, четыре. Донателло, я вот не знаю. Но Хан-то упадет точно. Хан. А помимо Хана... Ну да, только Хан, наверное, и упадет. Нет, упали все, кроме учителя. Учитель Сплинтер не поддался на уловки Донателло, поэтому он выжил. Но не перешли. Ну, 55 ступеней, конечно, мы не перепрыгнем с тобой. Подожди, а почему 14-18? Должно же быть 15-19. Ну-ка. Или мне приснилось это 15-19? Наверное, приснилось. Так, ну что, я беру тогда здесь Усаги. Да, возьмем Усаги и... Раз, два, три, четыре. Вот так вот сделаем. Потом, конечно, Женевки еще, ребят, надо допройти. Не знаю, в Драконов всадники Олуха у нас, по-моему, нет события, да, никакого? Что-то вы молчите, не пишете. Раз не пишете, значит, нету. Молодец, Усаги, просто с одной заходки. Тюх. Вертухай такого дал, и будь здоров. Они лежат все. Погнали. Так, еще пару поединков, и мы с тобой уже будем в Лиге Сёгунов. Ну что, берем Бакстера, да? Раз, два, три, четыре. Берем Бакстера. Бакстер со своей смертельной волной должен, в принципе, сейчас наказать их всех. Почти получилось. Все. Станцевали буги-вуги, и мы побежали дальше. Но есть. Все гуны, друзья мои. А нам надо все гуны 3 звезды. Нам надо все гуны 3 звезды. Это я помечтал вслух, наверное, да? Надо, да мы не получим, конечно. Сегодня нет. Я, может быть, максимум до Сёгуна 2 звездочек дойдем, и все. Второго ранга, я имею в виду. И больше нам не видать. Сейчас посмотрим, сколько ступенек пролетаем. 15. 15 ступенек мы за один поединок пролетаем. Значит, получается... Получается у нас 2, 4, 5 поединков. Почему 15? Почему 5 поединков-то? 15, 15, 30, да? Плюс еще 30, это 60. Плюс еще 30, 90, это уже 6. 7 поединков, ё-моё. 7 поединков надо. Ну, 7. Блин, да не хватит персонажей у нас получается. На 7 поединков у нас Нет, 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 конечно, уже, ребята, уже 70-ки, не. Поэтому максимум, что мы, наверное, 40-ю, ну, 50-ю, 40-ю, либо 30-ю позицию можем здесь занять. Скорее всего, так оно будет. По 15 ступеней пролетаем. Куда ты? Так, сегодня еще надо Рокула пофармить. Обязательно. Хотя бы пару ДНК на него получить. Попытаться. Ну вот, только 53 место. Опа, 15-20. Ну, давай я возьму Кренга. Раз, два, три, четыре. Хотя тут уже не имеет значения, кого ты там возьмешь. Кренга, Шменга, они уже самодостаточные, чтобы сами за себя постоять. То есть 70 уровень. Против какого там? Против 55-го. Можно вот так вот просто взять по порядочку и брать их. И никаких проблем не будет. Сегодня еще на технику безопасности, ребят, сходил. Так что
сдавали сегодня эти экзамены. Нормально все. Так, ну что, давай. 15-20. Угу. Давай сделаем так. Раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, сейчас, наверное, звезданет Маузер. Разочек. И они рассыпятся. Проверим. Тыч, нормалек. Все очень даже хорошо. Так, ну что, поехали дальше. Дойдем ли мы, вот меня сейчас какой вопрос интересует, дойдем ли мы вообще с тобой до лиги сёгунов? Две, нет, ну дойти дойдем, конечно, но но это будет не 40-й ранг. Это будет, наверное, даже 50-й, скорее всего. Ладно, поехали. Ну, Супершир, это понятно, здесь рулит. Там еще постепенный урон отыгрался. Да ну нафиг. Офигеть. Не перешли. Ну, последнее приготовление получается, да? Остается у нас один Джастин неприкаянный. Да и по барабану мне на этого Джастина, если честно. Не фиг-то и боец, да? Так. Опа. Ну давай, кожеголовый, бомби их всех. Так, ну что, друзья мои, на арене сегодня у нас все, как говорится, закончено. Сёгуны, две звезды и ранг 88. Забираем здесь награду и погнали. Пройдем серию испытаний. Я сразу сюда запрыгиваю. Берем этих, этих, этих. Вот так вот. Сейчас мы этих черепашонков быстренько с тобой накумарим. Макман, грязная копыта. Ага, вдули. Давай лучом. Да все, им хана, конечно же. Ох. А, у него отложенная же смерть у Леонардо, я же забыл, что ты его так фиг пробьешь. Так, здесь задание выполнили. И теперь у нас поединки. Так, ну где у нас этот? Ищем Пиццелицева, вот он. Ага. Так, нам надо... Все. Прокачиваем, ребята, до 6-й ступени. Подожди. Блин, какой новый уровень-то? Новый уровень. Я вообще не то нажал, ребят. Я поднял уровень Пиццелицу вместо того, чтобы прокачать ему скилл. Так, ладно, пойдем, пойдем искать тогда дальше. Что-то я этот чай этого попил, блин, вообще голова не соображает. Спать что-то охота. Так, 12... 12 номеров, получается, надо найти. Один. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Ой-ой-ой. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Там 12 номеров, да? 12. Десятый, одиннадцатый и последний. 12-й, все. Прокачиваем. Угу. Так, здесь забираем все награды. И идем на испытание. На испытаниях у нас Роквелл. Первый Роквелл вот здесь у нас фармится. Поехали. Вот он.
Мы его получили. А второй вот здесь. Так, выпадает Пит. Есть, ребята, 4 ДНК на Рукула. А больше нигде точно не выпадает. А больше нигде не выпадает. Так, ну ладно, тогда давай фармить жетоны. На остатки, как говорится, да? А какие остатки, ребята? У нас 56, 54 уже, 52. У нас очень быстро тратятся телепорты. Прям со скоростью света. А у меня не хватает баксов, чтобы купить в следующий раз. Да. Ну что, друзья, как-то вот так вот. Лига Сёгунов, 2 звезды, 85 ранг. Но это, конечно, очень мало, очень мало. Я надеюсь, что эта неделя все-таки, ребята, у нас будет намного лучше. Но опять же работа. Опять же, время все урезано у меня получается. Ну, постараемся. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.